Ты заперта? Тяжело, давай, давай, тащи. И сегодня заперта. А из кабачков мы все не будем делать? Кабачки мы все не гарить будем? Опять закончилось. Покажи, как он бежит ко мне за водичкой. Давай. Ой, как тяжело, да? Все. А, блин, шланг грязь ломала. Да не, вон туда закинь. Опять закончилось? Давай, иди сюда. Давай. Покажи, какие большие кабачки. Поливай, поливай. Вон на этой грядке. Я знаю. Оттуда. Потому что я хочу туда пройти, как бы огурцы пролить немножко, а я не могу. Хотя бы частично. Вот эти вот огурцы на опалить, я не могу пойти к ним. Оп. Зашла с огорода. Полила огород со шланга, как видели. Ванечка с Леечки мне бегал, помогал. Молодец он у меня. Сейчас хочу идти помидоры подвязывать. Но на улице дождь начался. Вообще, да, вот зря поливала, на улице дождь начался. И, ребят, хотела... О, да, кстати, помните, земляника, вы кто-то писал, что первый год она плодоносить не будет. Нифига, на желтые... Я брала желтую и красную землянику. Желтые ягодки есть, причем крупные. Их там штучек 10 было, я их срывала, Ванюшке отдавала. Они крупные и такой вкус у них интересный. Но они сладковатые, но не сильно. И вкус у них интересный. И еще хотела спросить. Мне как-то же подписчица моя написала. Настя, не отрывай головки чеснока, вот когда эти... Стрелки убираешь, головки не убираю. Ну вот, оставь пару штук с семенами. Я их оставила. Там несколько головок с семенами начали раскрываться уже. Напишите, что дальше делать, потому что я так никогда не делала. И если можно, лучше в личку напишите. Собирать сейчас или подождать еще, когда совсем полностью раскроется. Но оно там уже прям прилично. И вот я не знаю, что делать теперь. Буду ждать от вас ответа. Ладно, я сейчас... попью чай, таблетку выпью и пойду помидоры подвязывать. Дорогие друзья, Светик жарит у нас котлетки. Наши домашние получились, слушайте, очень вкусные. Мы уже кушаем, но вот сейчас Светик еще тут дожаривает. Тут у нее еще три штучки. Дожаривает под крышечкой. У нас просто к этой кастрюле одна крышка не подходит. И к сковородке, то есть, и поэтому большую ложим. Но в целом, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А муж у меня, пока я все сегодня с огородом вожусь, он приготовил у нас вкусный-вкусный борщ и кашу манную. Я тут уже деткам наложила остужать. Мариночка уже поела. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. Да, видео задержится, потому что я себя неважно чувствую. У меня очень сильно болит низ живота, именно там, где швы. Я не могу уже. Сегодня всю ночь не спала.
таблетки выпила, но что-то ноль эмоций. Сейчас пошла на почту, там мне пришел перевод, надо получить. И зайду в магазин, заодно хлеб дочу куплю. Перевод мне, ребята, пришел с фонда детства. Детство 1 в размере 433 рубля. Самочувствие плохое, но все равно пошла. Сходила, получила денежку на почте. 433 рубля с фонда детства 1. Я не знаю, почему стали переводить на почту. Мне всегда приходили на счет деньги. А в этот раз на почту пришли. Зашла, на обратном пути взяла молока 3 литра, хлеба 3 булки и творог на свежий привезли творог, сметану взяла и творожную массу. Сейчас постараюсь показать, просто я ничего не засняла, потому что я кое-как до дома дошла. Муж на меня ругается, говорит, вызывай скорую. Я говорю, не надо мне никакую скорую, бывает такое. Уже не первый раз такое было, поэтому терпимо. Ладно, пойдемте покажу, что взяла. Так, ребят, какой я творог взяла? Вот такой вот, видите, вот творог взяла. Деткам нравится, он как будто зернистый. Дальше потом взяла сметанку на 52 рубля. И вот такую вот творожную массу мы взяли. На пробу, вот она жидковата немножко. Мы ее в холодильник поставили. Девочки придут, будем кушать. Я взяла две упаковки таких творога. Света одну сразу навела и дала маленьким. Ванечка кушает творог. Вкусный? Да. Да, Ванечке понравился творог. И молоко сразу пьет. Всем хорошего дня. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня себя чувствую уже более-менее нормально. Еду, беру с собой Свету, где-то она там вон. И едем мы в пенсионы. Мне надо оформить вот эти вот выплаты, которые по 10 тысяч. Я все еще не оформила из-за своего самочувствия. Я никуда не ездила. Съезжу, попробую записаться в пенсионную. Что там скажут? Запишут, так запишут. Нет, так нет. Ладно, поехали мы в город. Погода на улице не такая. Ветер. У нас уже холодно. Хоть куртки одевай. Взяла с собой на всякий случай зонтик. Вдруг дождик будет. У нас опять тут море образовалось. В нашем районе. Эти даже далеко ходить не надо. Целое озеро. У нас всегда тут, когда дожди, всегда тут прям аж бывает полностью вся дорога перекрыта. И это нормально. Здесь вот какой-то слив якобы сделали, но от него толку вообще ноль. Ладно, идем мы на автобус. Дорогие друзья, пришла. Приехали мы уже с города, но зря, по сути, съездила, ничего путем не сделала, документы, завтра опять поеду. Привезла вот такой вот куст. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, что это? А Машенька мне сказала, что это клюква. Мама говорит, что это клюква? Я говорю, нет, Маша. Это красная смородина, короче говоря, купила опять куст красной смородины вместе с ягодками. Видите, тут уже, правда, дети пообщипали, но он с ягодками. Был, по крайней мере, с ягодками. Да, оторви, оторви, оторви. Видите, 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 видите. Дальше. Что купила? Две булки белого. Взяла. И 5 литров молока. Для чего? Что-то плохо видно. Для чего? Сейчас увидите. Для чего мне 5 литров молока? Короче говоря, будем делать мороженое. А какое мороженое? Сейчас я вам постараюсь показать. Так, дальше. Так, это мне не надо показывать, потому что это у меня по заказу все. Дальше. Света себе купила вот такой вот скраб для волос. Краб для волос 100 рублей. Я не знаю, зачем он ей, ну вот. Так, зонтик наш. Дальше. Формочки для мороженого. По 8 штук в упаковочке. Тут они будут разные, всякие красивые. Потом распакуем, покажу. Ванечка, подожди, сыночка. Дальше взяла хлордексидин. В фикс-прайсе 18 рублей стоит. Питье опять взяла. Также сейчас покажу, что еще взяла. Взяли вот такие вот тетради. Они, но на 18
листов в линеечку у нас, потому что вообще нет в линейку тетради. И взяли тетради вот такие вот, они на 12 листов, тут 16 штук и тут 5. Катюшина, убери, пожалуйста, унеси. Дальше. Ваня, не трогай! Взяла кофе, у нас кофе закончился. Дальше, ребята. Так. Это не надо, дальше показываем, что здесь получил. Так, купила еще овсяные печеньки вот такие вот. И тут, кстати, пока ездила, муж делал салат, но я ему его позже покажу. А, заказывала я себе вот такую вот флешку на 32 гига. Хочу музыку сделать на нее и колонку иногда включать. И для чего же мне нужно было молоко? Купила я вот такие вот смеси для домашнего мороженого. Маша, ну подождите немножко, пожалуйста, а? Начинается. Вот такой вот смеси для домашнего мороженого. Это фисташковая. Дальше потом ванильная. Тут в упаковке по 3 штуки идет. Дальше потом карамельная. Это еще не все, ребят. Подождите. Апельсиновые. Ой, у меня уже руки устали. Дальше потом и клубничные. Из этого все. И меня просила девушка заказать ей вот такую вот штуку для птицы. Это как чумиза сенегальская просто. Ну, как чумиза по-другому как-то ее называют. Так. Ну, в целом вот такой вот. Сейчас, если интересно, оставайтесь. Будем делать с вами какой-нибудь из этих мороженое и зальем в формочки. Вот такие вот в целом покупки. Ну, дерево это самое главное покупка. Все. Показываю. А, сегодня еще вот такие вот баранки покупала. Ну, уже, походу, делала, все съели, да? Нет, там еще 2 пакетика лежат. 4 пакетика брала. Ладно, дорогие друзья, сейчас покажу, какой муж салат приготовил. Вот такой вот муж сделал салат. Помидоры, огурцы и укропчик.